Оба! Всем здорова! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Geometry Dash. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, но не в обычные уровни, а именно в уровне Friday Night Funkin'. Братишки, не забудьте поставить царский лайкосик, также кликай на кнопочку подписаться. Ребят, сейчас у меня тяжелые времена пошли, какого-то фига. В общем-то, жесткий диск у меня полетел, теперь нету интро и уведомлялки, просилки лайка. Вот. Так еще и YouTube мне подарочек маленький сделал. В общем, баг со мной произошел. Когда ты нажимаешь на вкладку «Видео», там меня вчера вообще не было. Все пусто, представляешь? И многие подумали, что такое, что случилось с каналом. Вот. Я не представляю вообще. В общем, написал в поддержку, друзья. И сейчас, если ты заметишь, что новые публикуются. Да, там сейчас штук 14 где-то видосов. Все. Это капец какой-то. Так что, братишка, не поленись, подпишись, чтобы не пропускать новые видосики. И, конечно же, у меня тут квасочек холодненький, хорошенький. Лё, он такой холодный прям. Но у нас сейчас тёплышко, 20 градусов. Следующий видос, наверное, следующая серия. Ох, пацаны, заболело горло холодным. Напился кваса, теперь только чаёчек, кофеёчек. Не знаю, надеюсь, такого не будет. Ребят, вам здоровиться побольше. Так. Приятного аппетита, конечно. И, как я обещал, мы с тобою выберем хорошие сегодня уровни. Ох, как же я обожаю этот момент, ребята, когда открываешь квасочек, ля. Только сейчас. Это как вот Лего в Бравле. Вот то же самое выбить. Так, все, мы, друзья, отправляемся. Возможно, самый первый уровень будет Friday. Вот. Разучился уже писать, друзья. Погнали. Блин, вот это вот, кстати, самая любимая моя песня, ребята. Ну это круто, только давай попробуем. Да блин. Круто, блин, это прикольно. Так, а теперь давай мы подберем именно тот уровень уникальный. Так, идем дальше. О! Это игрушка Juice Shapes and Beats. Я в нее играл, блин, она крутая. Вот это мега батл. Напиши обязательно, какая игра тебе больше всего нравится. Ну, Geometry Dash, она, конечно, посложнее будет. Но на стриме я проходил как раз The Shapes and Beats, и это прям... Там музыка тоже офигенная. Там кто-то сверху, между прочим. Блин, круто. Кваску, дядь. Друзья, обычных уровней, кстати, очень-очень много. Кто любит Geometry Dash, под музыку Friday Night Funkin' вы найдете просто море. А вот именно таких уровней маловато будет. Поэтому мы сейчас вот... И я именно буду вырезать обычные уровни, а вот эти вставлять. Так, все, 100% прошли. Блин, ну это было круто. Мне понравилось. Friday Night Funkin' 2. О, он тут автоматически... Нет, не автоматически, ладно. Так, идем дальше. Что у нас тут? О! Блин, и все! Так. Как они любят вставлять кошаков? Они как будто вот поют в рожок с мороженым. Серьезно, смотри, вот этот шарик похож на мороженку.
Рекомендую, друзья. Конечно, летом, блин, ля. Мама-кошка. А наша подружка-кошечка. Блин, это прикольно. А мы какой-то... квадратиш, блин. Капец. Только лампы очень странные, ребят. Вот, ну прикольно все это выглядит. Как будто лазеры какие-то мощные. Блин, круто. Сидим, ребят, пердим, квасочек пьем. Смотрим любимую игрушку. Даже две. Не, Geometry Dash, вот когда я поначалу играл, она реально офигенная была, но как только становится сложно, ты сам понимаешь. Спасибо, что поиграли. Так. Хорошо. Пойдем дальше, братиш. Так, посмотрим, что у нас здесь. Первая попытка. Не будет никаких препятствий, надеюсь. Не, на самом деле было прикольно вот на таком фоне. А как вот это вот нарисовано, друзья? Мне интересно. Прям в редакторе они так рисуют. Это шикарно, конечно. Кепочка еще такая. Так, ладно. Идем дальше. Опа, а вот это... Вот жалко, они очень короткие, not bad. А, кстати, задумка неплохая. Очень прикольно. О-о-о. Костяшка и тыковка. Они... переиграли меня. Потому что я неправильно нажимал. Капец! Так, ладно. Будем вовремя нажимать. Так нечестно, вы там вдвоем. Чё, я отлетел? Какого фига? Это один из самых сложных уровней. Притом я... Но это, наверное, очень долго делать, если прям полноценный. Блин, как все любят костяшку и тыковку. Просто смотри, сколько раз уже мы с тобой... Это интересно, ребят. Что-то по-новенькому. Фейл. Куда? Мы, конечно, прошли, но... 116, офигеть. Нам ничего тут не надо нажимать, просто так и все и будет. Ну, тоже вот что-то такое есть. О, костяшка, да блин, да сколько? А, это Пико. Инопланетянин какой-то и наша подруга тоже инопланетянка. Как я это понял? Ну, типа, зеленые квадратики. Опять же рожки с мороженым. Закупились пломбиром. И кстати, я, ребята, ну, черные стаканчики. Такая же капец. Нет, я видел, в общем, черное мороженое. Там типа с углем. Что-то такое. Да, как-то я ел. Ну, не окрашивается. Хорошо хоть.
Капец! Что ты язык-то, а? Его высунуло. Блин, это вот... Людям это не идет. Это капец как выглядит. Но, когда котики так делают, это прикольно. Короче, друзья, у меня немного плохая новость. То, что, похоже, уровни уже закончились. Видишь, тут уже как-то маловато все идет. Хотя, вот. Ух, блин. Прикольно, прикольно, но... Уже чуть ли не в конец мы с тобой. Переходим... Ох, батя, ля! Что-то новенькое. Батю нарисовали все-таки. Так что, возможно, друзья, это будет пока что последний выпуск. Потому что действительно уникальных выпусков, ну, как-то маловато. Блин, у бати как будто, знаешь, не щетина, а как будто он брился и порезался случайно. Вон сколько, блин. Но все равно круто. Пушку нарисовали у Пику. Капец. Этот трек тоже качает очень сильно. О-ля, он даже крутится, вертится, этот квадрат. Бойфренд тоже, смотри, задает жару. Как будто он пистолет там говорит так. Вместо микрофона. Круто. Так, что еще у нас, ребята? Челюсти. Так, ладно, я понял. Давай еще парочку, потому что это... Так, давай посмотрим, что у нас здесь. О! Ну давай сейчас еще один уровень какой-нибудь и на этом закончим. А, ну он автоматом тут играет. Но мы с тобой можем вот так вот делать. Что это вообще такое? На фоне там замок какой-то. Самука. Самый крутой прям, по мне так, это вот именно был чуть ли не оригинальный уровень с батей. И еще крутой, когда сенпай был. Он прям так злился, это прикольно было. Так. Опа, 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 вот это уже интересненькое. Офигеть! Да блин! Их так много, что ошибаюсь. Да блин! Все, отлично, прошли мы с тобой, Ну ладно, последний уровень. Мне кажется, что-то там интересненькое. Вот знаешь, под конец всегда такое было. Туториал там было написано. Так. Ну-ка. Roblox, что ли? Да, тут надо нажимать. Блин, надеюсь, сейчас не просру. Left, right. Left, right. Да как? Фига, блин. Left, right. Left, down.
Главное сейчас не просрать, ребята. Запутаться можно. Ладно, ладно, ребят, будем на этом заканчивать. Надеюсь, вам понравилась серия. Дальше мы с тобой посмотрим. Возможно, еще обнаружим какие-нибудь интересные. Но если прям вот будет плохо, то будем заканчивать. А на этом все. Спасибо вам за просмотр. Бай-бай, дорогие братишки.